120 молодых людей, которые хотят помогать другим. 3 обучающих секции, 3 дня продуктивной работы, а также интересная, насыщенная, познавательно-развлекательная программа. Все это в себе объединила школа волонтера, работавшая на базе отдыха имени Стрельникова. Поколение В, волонтеры Победы и Добромедия. На каждой из этих секций участники школы узнали много нового о развитии добровольчества в регионе, об организации работы волонтерских объединений и проведении мероприятий. В рамках нашей секции проходили такие мероприятия, как добровольчество в сфере чрезвычайных ситуаций. Спикером выступил Александр Юрьевич Пономарев с Российского союза спасателей. Также событийное волонтерство как новый тренд в развитии добровольчества. Помимо того, что ребята узнавали новые направления добровольческой деятельности, мы с ними начинали с азов, как создавать волонтерский отряд от создания до эффективного управления. В рамках школы волонтера мы проводили профильную секцию «Волонтеры Победы», на которой у нас присутствовало 45-50 человек постоянно работающих, где мы проработали развитие движения на территории Омска и Омской области, проработали одно из приближающихся мероприятий, составили дорожную карту и поработали в группах по созданию образа волонтера Победы. Приглашенные спикеры поведали о запуске волонтерской программы 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в октябре 2017 года в Сочи. Также на тематических площадках ребят познакомили с особенностями добровольческой деятельности в сферах масс-медиа и патриотического воспитания. Не менее увлекательной для участников школы стала возможность проявить свои таланты в интеллектуальной игре «Квиз» и квесте «Сыны Отечества», победителей которых отметили ценными призами. В таком направлении квестов мне нравится двигаться под волонтерами Победы, потому что ты когда проходишь, ты погружаешься как бы и в историю, и для себя разминка, и физические качества проверяются, и интеллектуальные, то есть ты как бы развиваешься. Мы узнали, как правильно рассредоточить людей, как рассредоточить финансы, как вообще браться за какие-либо проекты. Игра мне почему-то напомнила игру ЧГК, которую я достаточно люблю. Нам очень повезло с командой, у нас была достаточно сильная команда в плане подготовки по истории. И это очень нам помогло победить. В принципе, слаженно, люди все разносторонние, каждый что-то знает с какой-либо области, и поэтому приходить к общему мнению было несложно. Атмосфера очень сильно понравилась. То есть совсем незнакомые люди и раз сплочаются ради какой-либо цели, это воодушевляет. Знакомство с единомышленниками и полученные в школе знания не только помогут добровольцам эффективнее взаимодействовать и работать в будущем, но также они стали мощным стимулом для поддержания их желания делать добро окружающим.